У актеров так бывает. Череда незаметных ролей второго плана вдруг заканчивается и начинаются главные, потому что появляется режиссер, который в тебя верит. Так произошло и с Владимиром Береговым, актером «Тюза», который после знакомства с новым режиссером театра Виктором Шрайманом буквально расцвел в профессиональном плане. За роль Пиньона в спектакле «Ужин дураков» в этом сезоне он уже получил приз творческую дачу фестиваля премьеры сезона, а вот теперь еще и кипятильник фестиваля имени Евстигнеева. Лучшая мужская роль — Владимир Берегов. Фестиваль имени Евстигнеева в этом году уже в 10-й раз вручает кипятильники за лучшие актерские работы. И в этом несомненная заслуга его автора и вдохновителя Нины Прибутковской. Фестивалей для всех недостаточно. Фестивалей должно быть много, праздники нужно уметь выдумывать и нужно жить праздниками, как делают в других странах. Этот фестиваль один из самых демократичных, хотя бы потому, что кроме экспертного жюри в определении лучших здесь всегда принимают участие зрители. В фестивальные дни в фойе специально установлены урны для голосования. Это позволяет посмотреть на театральную сцену зрительскими глазами. 10 лет – срок достаточный для того, чтобы уже подводить серьезные итоги. На мой взгляд, фестиваль точно отражает состояние театрального дела в Нижнем Новгороде. Мы ни разу, мне кажется, не ошиблись в выборе тех или иных героев для тех или иных номинаций. Люди хотят участвовать в этом фестивале. Это самое главное. Он нужен. Он доказал людям, что он им нужен. Фестиваль имени Евстигнеева действительно уникальный, потому что существует благодаря энтузиазму его создателей и поддержке единомышленников. Все эти 10 лет фестиваль поддерживает телекомпания НТВ. На канале даже существует специальный видеожурнал. Театр-комедия традиционно предоставляет площадку для торжественных церемоний, а нижегородские предприниматели помогают материально. Фестиваль, конечно, нужен в любом случае, потому что он театральный, а город наш действительно очень театральный. Столько театров и столько актеров, и актеры заслуживают внимания. Екатерина Оруджева, объективно, ННТВ.